Склоны горнолыжного курорта «Большой Вудьявр» готовы к пику туристического сезона. Для активного отдыха в Кировск съезжаются гости из разных уголков России и из-за рубежа. Сколько усилий требуется для того, чтобы горнолыжный курорт справлялся с нагрузкой? И каковы планы руководства на самые солнечные месяцы зимних хибин? Выяснили наши корреспонденты. Заполярные март и апрель давно стали брендом Кировска. Сезон вступил в свою активную фазу, пришла весна, солнышко, вышло наконец-то полный световой день. Нас приветствуют, приезжают туристы с Москвы, Санкт-Петербурга, с других уголков нашей страны. Соответственно, гостей все больше, и с каждым днем их становится еще больше. Покататься под северным солнцем приезжают даже иностранцы из Европы, в последнее время целыми группами. Специалисты Большого Вудьявра помогают им разобраться в работе комплекса. А российские туристы возвращаются сюда вновь и вновь, уже зная, что отдыхать в хибинах здорово. И им есть что отметить. Протяженность склонов хорошая, в общей сложности здорово, что сделали хорошие подъемники. Вот, и в принципе так все чудесно. Ну, сноубордисты лучше, чем лыжники в любом случае. Ну и в горах очень хорошо и здорово. Хорошая инфраструктура у вас здесь. Сейчас открыты все маршруты горнолыжного комплекса. Трассы подготовлены, они уплотняются каждую ночь. И каждое утро гостей встречает свежий вельвет. Приятно отметить, что состояние склонов ценят и местные жители. Подъем 7 минут. Спуск по способностям в районе 3 минут. Вы 3 минуты спускаете? Серьезно? Меньше. 2,5. Как сейчас трассу оцениваете состояние? Высший класс. Кроме комфортного катания, всех любителей горнолыжного спорта ждут и массовые мероприятия. Идет подготовка к проведению фестиваля сноубордистов и горнолыжников «Сноупарк» и к зрелищному проезду смелых и красивых спортсменов «Хибины-бикини».